Творческая жизнь танцоров и других представителей культуры постепенно возвращается в офлайн-режим. Мозырский коллектив IS Dance принял участие в международном телевизионном конкурсе «Кубок дружбы» и сразу показал достойный результат. Домой малыши-танцоры привезли диплом третьей степени, а старшая группа стала второй. Результатом довольно очень сильно, потому что у нас сложились некие трудности с поездкой. Вот у нас заболело несколько деток, и это за 2 дня до поездки. И нам пришлось за 2 дня переделывать старшим номер просто в торопях. И когда мы узнали, что мы забрали лауреата второй степени, это, конечно, было вау. Дети очень радовались, прям пищали. Детки выложились настолько, сколько они могли. Единственное, что была очень хорошая конкуренция. Здоровая, хорошая конкуренция, очень сильные ребята. И все же самым главным подарком для участников проекта «Кубок дружбы» стало общение друг с другом и радость долгожданной встречи. Ждали очень сильно, опять же, из-за того, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране. Вот, и этот год мы никуда не выезжали. Летом у нас тоже сорвалась поездка на международный фестиваль в Болгарию. И дети, конечно, были безумно счастливы, когда узнали, что все-таки мы поедем. Немножечко переживали, но все же все хорошо. Мы приехали туда и увидели, что мы не одни такие. Радости было не только у нас куча, у многих коллективов. В ближайшие 2 месяца у воспитанников Олеси Сергеевны время напряженных репетиций. В апреле танцевальной студии исполнится 10 лет. На юбилейном концерте ждут всех. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».